почему-то странное такое мышление у наших женщин, современной женщины. Она боится зарабатывать больше денег. Есть такой важный момент. Деньги, они даны нам для наслаждения, а не для гордости. Если у девушки есть потенциал заработать больше, почему бы не заработать и принести их в семью, чтобы семья процветала? Если парень, он работает, не может он сегодня именно такую сумму зарабатывать, там постоянно его за это тюкать, постоянно его за это унижать, это нехорошие методы, они ни к чему хорошему не приведут. У нас проблема вообще у поколения у нашего, мы вообще не знаем мышление мужчины и мышление женщины, как мы думаем, как мы мыслим, как мы чувствуем. И поэтому, чтобы понять, как правильно смотивировать мужа своего или жену на поступки, то необходимо, конечно, знать эти правила. И, естественно, вот в этом ответе я все правила сказать не смогу. Но если человек ищет, он всегда найдет. Нужно изучать все-таки, как устроен противоположный пол, с которым мы живем. Потому что то, чем мотивирована женщина, мужчину так мотивировать нельзя. Поэтому необходимо развиваться, необходимо узнавать. Как раз время декрета – очень хорошее время, чтобы посвятить себя образованию.